А, Блэд пирамида. Я вернулся. Здорово. Ай, что сейчас Пиноккио будет? Твою мама. Я забыл. Пиноккио. Сейчас бы еще забыть про Пиноккио. Это же самый важный член команды. Ба! Я не нажал на суперудар, я нажал на треугольник. Так она будет называться, моя вторая книга. Вот это у людей там шоу, конечно, сейчас, которые сидят вон в том городе. Они думают, ебой. Египтяне думают, блин, что происходит? Вот это там, конечно, баталии. Это новые «Звезды войны», только египетское прочтение. Знаешь, вот это индийские фильмы, а вот это египетские фильмы. Кто-нибудь вообще когда-нибудь слышал о египетских фильмах? О, добрый вечер. Бархан Entertainment представляет. Пацаны в лабиринте живут, да? Удобно, наверное. А есть карта города какая-то, да? Я прям даже купил бы ее. Хотя нет, я все бабки потратил на Чейзера. Да, все, поздно. Пиноккио, тебе в школу пора! Пиноккио, собирай портфель, иди. Наконец-то! Дядь, хватит! Король Аладдина. Хеннады. Аладдин. Вич. Ну, 2.26, ну почти красиво было. ХП-бонус, пари! Суперметр! Скиллы. Ну это А. Ну это А, бро. Конечно. Как еще? Про. Приставка про работает. Я сказал, суперген про. Как обычно. Ну, не как обычно. Обычно не про. Сейчас что-то мне фартит прям знатно. Джимми. Поздаты. Я зашел в какое-то сладкое королевство. Японский карас. Ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой, блядь. А, кстати, получай! Интересно, у него башка вкусная. Вот. Сейчас нет время кушать голову. А знаешь, что я тебе хочу сказать? Это first attempt. Все, спидраним. Я сказал то, что я пройду игру за сегодня. Остались еще люди, которые не верят в это. Купил себе Чейза, да? Ну, вот это вложение. Бум. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Ниже Б не бывает. Потому что бустер. Бум-бум. Баронесса бон-бон-бон! Ты не можешь поймать меня! Только шорткат! И очень панк! Дети в прошлой неделе! Это только единственный путь, который ты можешь, чтобы победить меня в этих наезде. Скажи, может быть, ты, конечно, покажешь мне, где шорткат здесь? Давай, смотри. Серьезно? А где я? Здорово, жонглер! Ты не ожидал такого врыва? Неожиданного. А, здорово, братышка. Пришел посмотреть на мое маленькое шоу, да? Только джуглинг и паринг. Ты подумай перед тем, как начать плыть, дебил. Ты подумай когда-нибудь. 4 в начале. Да, это, конечно, очень да. А, Кинг Дисси опять. Так у меня это и так открыто было. Нахрена мне этот шорткат нужен? Полезно. Спасибо тебе, тетя. Очень полезный шорткат. Очень пригодился он мне. Скачки закрыты. А, подожди! Спасибо, братишка, я очень быстрее теперь пройду. Это первый раз, когда я буду кататься здесь. Да, возьми монетку. Спасибо. Подбашляли немножечко, найс. Пойду, короче. Авиареакшн. Я по боссам сегодня пойду. Монеты это, понимаешь, как бы соблазнение такое небольшое, но... Сейчас боссы. Мне заплатили одну голду, я теперь на эту голду смогу жить немного. Куплю себе дошек нормально. Дядь! Я ж тебя вынес уже, или нет? А, нет, я тебя не выносил, там было это, луна. Я не попал! Любитель потроллить противников, потому что когда ты догибаешь, троллить самое приятное. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Ой, как я попал, я так заявил! Как это было красиво. Я не хотел. Я попаду. БАМ! Отлично. Пацаны везли в больницу, но потом думают, ну, не довезли. Ну, поживем зато, да? Че, нормально. Да это все, это А. Это грейд А. Да это грейд А. Да это 100%. Да это грейд А. Грейд А. Я не понимаю, как ставятся оценки в этой игре.
По-моему, преподавательница меня занижает мои способности. По-моему, она ко мне предвзято относится. А, с минусом, в смысле, я вынес курицу на А! Красиво! Все, тебе даже шорткат не нужен. Валивар, бля, что ты нашел? Поговорим с нашей брату тебе. Водный бывает вокруг острова. Что вокруг несколько? Часто клеймируется. Все, мазолеум. Зайдем в мазолеум сейчас, быстренько защитим урну и победка. Это будет легко. Что-то какое-то слишком нереально сложное задание, как мне кажется. Ой, 300 парей, да, уже? Я знала, что ты придешь вокруг, и я могу найти несколько специальных для тебя. Но ты не знаешь, как затрапировано снова. Спасибо, что спас меня. Во второй... Это опять она! Возьми магический суперарт, и ты теперь можешь найти еще один. Этот тупая не может не попадать в какие-то непонятные ситуации, я не могу понять. Я первый раз вошел в мавзолей. Спас ее там. Она во второй раз попала в ловушку во втором мавзолее. Я думаю, есть еще и третий мавзолей, где она попадет в ловушку в третий раз. Астральный самолет. Превращаешься в невероятный очень короткое время. Мне нравится. Берем. А, у меня один монет. Понятно, что я зашел. Я что-то обрадовался. Я думаю, вот когда захочешь магазин, сейчас будут скуплять, у тебя в кармане 10 рублей. Ты, да. А как-то мимо охранника пройти, ничего не купив, это вообще-то... подсудное дело. Тебя за это посадить могут. Нахрена заходить в магазин, если ты ничего не купил, да? А чё ты тут стоишь тогда, если ты ничего не покупаешь, да? Я охраняю. Какой молодец. Возьми с полки пирожок. Трым-бумба, тры-па-пам. Это ж последний босс, по идее, должен быть. Да, три босса, четвертый. Да, это последний босс. У тебя заканчивается стадика, на дракон. Наконец... А, это еще. Я еще на первой стадии нахожусь, да? А ну-ка, супер! Этой... Я понял. Это Invisible, Durex. До меня не могут докоснуться. Понятно, супер. На очень короткое время. Когда я буду проходить концовку пацифиста, да-да, сейчас мне нужен дэмэдж. 40, конечно, за мат, но это дэмэдж. Тупо дэмэдж нужен. Я за сегодня прошел 7 боссов, по идее. Почти, если вот с этим будет, я уже считаю, с этим. 7 боссов. 7 боссов! Я за, сука, 3 видоса столько не проходил боссов, сколько за сегодня. Ай, да блин, я просто упал! Небольшой совет тебе на будущее. Когда ты хочешь бить скрытым ударом из неба, хвостом, ты можешь сначала не маяковать им. Ну это так, чтоб я не видел. Любимый мой момент, когда, блядь, NPC угадывают, куда я наперед буду прыгать. Вообще тема, люблю такие моменты. Эцка! Они так стараются. Ой-ой-ой, и огонь пошел, и чё это гроза пошла? Если честно, я вот последние 5 минут, по-моему, тупо молчу вообще. Я тупо смотрю в экран и молчу. Ну и играю, конечно. Как бы делаю намек на то, что я играю, да? Ой-ой-ой, как плохо. Ой, у меня мозг полетел. Чуваки, у меня мозг полетел. Я серьезно говорю, я кнопки забыл все. Я серьезно сейчас говорю, на полном серьезе. Я не шучу. Это очень грустно. Опять одна и та же точка. Вот как это так? Вот ты сидишь играешь, и потом забыл кнопки, на которые надо играть. А почему и нет? Хорошо, что я не на турнире сижу сейчас, а то было бы вообще интересно. Сидит мой тренер, говорит, ну что, Гена, ты готов, да? Я говорю, да, тренер, я готов. Я буду побеждать сегодня. Говорит, отличный настрой, братан, все, побеждаем. Все миллионы наши. Я такой, да, ну естественно, и женщины все еще наши, потому что, ну, все, красавец играет, да? И все! И тут я такой играю, и бам, и минус кнопки. И тренер такой думает, ну все, я ушел. Я не знаю его. Слежу за огонечками. Это новая страта, это new meta. Я слежу теперь за огонечками, не за собой. Эгоистам не место в капхеде. А, у меня ван HP. Если бы я 3 жизни не просрал на первой стадии, было бы интереснее. Мне же неудобно парировать. А главное, чтобы мне удобно было. Да, эгоистам тут не место. И как теперь жибт? В такой ситуации. Ай, ну и, блядь, сам себя же и убил. Ну что? Все, последняя попытка. Ну, короче, достало у меня.
Поганый дурак. Если я пройду самостоятельно, я потом запишу, как я красиво убил его в конце, если что, я прошел. Вот когда выйдет этот видос, я думаю, пройдет месяц уже к тому моменту, как я выложу этот видос, и все. Ты знай, я прошел этого босса. Самонаводящимися буду стрелять, я понял. Рандебаут слишком опасно. Да не стреляй ты в эти штуки! Нет, рандебаутом было лучше. Во много раз. Блеха-муха! Блеха-муха! Ой, бля! Тебя в жопу, короче. Пошел, дебил конченый. Все. Я Хеннади. Лайс. За такое топовое прохождение. Подписка на канал, бубенцы, все дела. Инстаграм, Твиттер. Все в описании имеется. Спасибо тебе за просмотр. Удачи и пока.